Во многих городах Кыргызстана свои оригинальные поздравления к 8 марта подготовили сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Вопреки сложившемуся стереотипу, согласно которому чудеса должны случаться только в новогодние праздники, они, несмотря на серьезность своей профессии, сегодня преподносят цветы всем женщинам-автолюбителям. Как известно, каждая встреча водителя с сотрудниками дорожно-постовых служб приносит первым как минимум несколько мгновений волнения. Но сегодняшняя встреча автоледи с инспекторами ГИБДД запомнится им надолго, о чем красноречиво свидетельствуют и эти кадры с улиц города Нукусы. Sizga. Yani bu yol hareketi kaydaları kitabımız. Bizim şahsızlarımız tamamında işler çıkıyor. Тут необходимо подчеркнуть, что немало представительниц прекрасной половины в последние годы вполне успешно осваивают и управление транспортными средствами, о чем свидетельствует и то, что с начала текущего года при их участии не было совершено ни одного дорожно-транспортного происшествия. Сегодняшняя акция стала как бы благодарностью за примерное поведение автомобилистов на дорогах и еще больше приблизила настоящую весну.